Всем привет, я Гефест, я добрый, ласковый, общительный парень. Говорят, только внешность у меня непримечательная. Поэтому, когда в нашем приюте люди выбирают себе собаку, они проходят мимо меня. Грустно и обидно. А ведь я не лаю на прохожих и не кусаюсь. Дома обещаю вести себя хорошо. И с вашей кошкой постараюсь найти общий язык, если она уж у вас есть. Обещаю в доме ничего не портить, не крыть ботинки и сумки. А то, знаете, некоторые из-за этого волнуются. Я жду тебя, мой хозяин.